Спасибо, парни, я думаю, нужно пошумнее поддерживать все-таки участников номинации powermove. Powermove — это сложно, опасно и очень зрелищно. На танцполе появляется Метро, представитель женской школы powermove, и Тига, представитель женской школы powermove. Вообще считается, если вы выиграли юношескую номинацию powermove в женской, вы практически ее выиграли в России, а может даже в мире, потому что очень высокий уровень в городе Ижевске. Ну что, поехали, мой друг слева от меня, Тихо справа от меня, powermove battle! Ну давайте без стеснения вот этого. Это все-таки только селект, отбор. Тихо! Это powermove battle, давайте, ну, создадим какой-то хотя бы шум, на который мы вообще способны. Вот-вот, хотя бы так давайте поддерживать. Если вы видите какую-то мощь нереальную, покричите, не стесняйтесь, дайте нам адреналинчик. Орать можно, нужно. На танцполе появляется живой Казань. Слева от меня. И Гикон справа от меня, город Ижевск. Погнали по одному мощному выходу, лютому выходу, это powermove battle. Диджей Рокер, заряжай! Живой! Сахар.
Неплохо, спасибо. Круто. Осталось три участника. Это Евген, Лекс из Ульяновска. Где Евген? Отлично. Давайте вот так вот, чтобы не запутаться. Евген, Лекс и Хоббит Краснодар. О! Круто. Евген, Лекс и Хоббит. Ну, будет мощно, я думаю. Спасибо, спасибо. Круто, аплодисменты бегуем.